Лучший подарок этому участнику сделала его супруга. Сразу после прослушивания на нашем шоу у Евгения Перского родилась дочь. Я передаю привет моей Яночке. В данный момент сегодня я повез ее в роддом, на самом деле. Да ты что? Ну, у нас родилась девочка, а на следующий день, да. Firelight in a beautiful sea, I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. Ну, знаете, я к этому отношусь как к дополнительной ответственности для себя. То есть так как все четыре члена жюри сказали «да», я понял, что мне нужно будет сделать какой-то еще шаг вперед для того, чтобы стать лучше. Нет, я выбираю свой репертуар сам. Я подхожу к этому очень так осмысленно, осознанно, очень тщательно. Говорить что-то, наверное, про талант Евгения – это лишнее, потому что все телезрители, все видели, что он может, на что он способен. Я просто хочу показать мощь, скорее, и определенную технику. Определенную технику, которая, ну, я думаю, что здесь, в этом жанре никто, наверное, не работает. Я так думаю, я не знаю. Эта песня мне очень нравится. Она сделана специально для полуфинала, но немножко в другом виде, нежели я ее пою всегда. Она очень сейчас как раз подходит мне, конечно, по... как это правильно сказать? Ну, в общем, сейчас она у меня в душе, эта песня. Вот. И я постараюсь там показать немножко больше, чем то, на что я был способен в первом туре. Здесь сейчас есть, вот есть полуфинал, нужно на нем спеть так, чтобы все понравилось. И чтобы понравилось мне. Виза для обычных людей с необычными талантами. На сцене шоу Central Asia's Got Talent Евгений Перский. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, тысяча меня до меня, после меня будет тысяча меня и в тысячах не меня, тысяча меня. Снова в дребезги, нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами детей. Нас просто меняют. Когда меня не станет, я буду петь голосами.
Как тебе кажется, ты оправдал свои же ожидания? Я думаю, да. Вот сегодня было самое лучшее исполнение этой песни у меня. Получилось, да. Спасибо. Мнение жюри на этот счет? Привет, дорогой. Прежде всего, конечно же, хотел же поздравить с пополнением. Спасибо. Наверное, твое сегодня появление и выбор этого материала не случайен, потому что такую песню должны быть петь только отцы. Вот ты, в тебе вот сейчас так оголено это, вот, в хорошем смысле слова, да, вот, поэтому ты спел не хуже Басты и дяди Гриши Лепса, да, скажем так. Очень круто чувствовалось. Не их энергетика, а твоя подача, это было очень достойно. Спасибо тебе. Фантастический номер. Хорошее завершение этой четверки. Спасибо. Евгений, спасибо тебе. Увидимся чуть позже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь. Конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии, ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.